71 котельная обеспечивает теплом и горячей водой жителей городского округа Люберцы. Еще летом каждая из них прошла плановую подготовку к зиме, и сейчас все объекты работают в штатном режиме. Как справляется с отопительным сезоном котельная в поселке Томилино, расскажет наш корреспондент. 44 многоквартирных дома и 5 социальных объектов обслуживает котельная на улице Гоголя. 5 современных котлов обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды. А запасы мощности позволят справиться даже с самыми суровыми морозами. В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены все регламентные работы, в том числе замена 2 насосов. Одного насоса горячей воды, а одного отопительного. В данный момент ведутся как мелкие работы, да, в основном это автоматика, поддержание рабочего состояния, балансировка сетей, чтобы каждый жилой дом не нуждался в потребностях горячей воды и отопления. В котельной круглосуточно дежурят операторы и слесарь. Они следят за работой оборудования и готовы оперативно сработать при внештатной ситуации. Как говорят, готов сани летом. Вот это как раз ситуация про тепловиков. Тепловики готовы к глобальному понижению температуры. И на сегодняшний день мы сегодня видим, что зима, настоящая такая русская зима. И я уверен, что даже при температуре -25, -30 градусов, наши котельщики, тепловики с поставленной задачей справятся. При сбоях подачи тепла жители городского округа могут обратиться в единую диспетчерскую службу. По регламенту управляющие ресурсоснабжающие организации отрабатывают заявки в течение суток. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.